Погоня. Зайчика разорвут. Зайчика просто разорвут на части. Он будет жестоко разорван, этот зайчик. Каждый считает, что это ее. Все, ну форта забрала. У нее больше авторитета и силы. Все-таки мама. Все-таки мама. Вот, что случилось с подарком. Дай сюда. Дай. Ко мне. Раз. Мама форта. Моя козелечка. И дочка Рада. Ай, какой вкусный зайчик. Был. Был. Был зайчик, попрыгайчик. Самое опасное в зайчике это что? Носики, глазики и вот такие шерстяные штучки. Пока они не добрались до внутренности, все нормально. Опа. С таким звуком она это делает. Нельзя. Раду нельзя. На, радость. Все, Галин, забирайте. Ага. Все, она уже добралась до силикона. Все. Иди ко мне, Артур, на. Лакомство ей дать просто. Артур, на. А я соберу. Забрали. Все. Держите в карман. Держу. Ага. Все. Спасибо. Это если захотите, ну, потом. Красавицы. Можно оттуда силикон вытащить. Ага. И дать им шкурку побаловаться. Какие мальчики. Я вас не снимаю по вашему желанию. Только руки. Спасибо. Вот умнички. Попозировали. Пойдем в сарай. Рада и Форта. Мамочка и дочечка. Форте 3 года. Радочке 7 месяцев. Такие умнички. Две немецкие овчарки.